Пришла точилка для ножей. Вот такая вот. Из Китая. Это съемный элемент. Шел в наборе. Специально ждал. Не точил ножи. Ножи все тупые. Вот сейчас попробую порезать этими ножами лист и посмотрим, как ножи режут бумагу. Ну, возьмем вот этот тесачок. Ну, он, в общем-то, более-менее острый, но его тоже надо будет подточить. Ну, тупой, тупой. Что-то этот вообще не режет. Ну-ка. Не режет. Ну-ка. Ну, как видите, ножи тупые. Итак, сейчас попробуем их заточить этим точилой и снова порезать бумагу. Так. Это для керамики. Ну, вот это керамический нож. Так, как его? Наверное, так. Достаточно. Ну-ка, попробуем, что получится. Ну, уже получше. Ну, честно говоря, что-то как-то по керамике точит он не очень. Ну-ка. Ну, то, что было до, и то, что есть сейчас, вы сами видите, нож стал резать лучше. Нож стал острее, это заметно. Бумагу начал резать. Так, теперь с этим ножом еще раз. Вот как видите, он не режет. Так, вот эта часть для металлических ножей. Ну-ка, попробуем. Ну, как видите, я бы не сказал, что идеальная заточка. Ну, пойдет, для кухни пойдет. Я думаю, что помидоры этот нож резать будет. Ну вот, смотрите. Так, ну вот еще раз. Эти ножи тупые. Специально их не точил, ждал. Так. Ну-ка. Ну, я думаю, еще надо.
Специально на паузу не ставлю, чтобы продемонстрировать в непрерывной записи. Так, пробуем. Пробуем, режем. Ну, как видите, нож режет. Так, следующий ножик. Пробуем резать. Видите, бумагу ломает, но мнет ее, не режет. Итак, снова. Так. Сейчас порежу клеенку еще. Специально положил. Опять же, заточка не идеальна. Но ножи реально становятся острее. Итак, пробуем резать. Ну, как видите, ну, дальше идем, дальше следующий нож, пробуем резать бумагу, так, ну-ка, видите, он не режет, так, пробуем заточить. Точит, аж прям металлическая стружка сходит. Ну, в общем-то, точило это недорогое. В обычном магазине, я думаю, это же точило будет стоить намного дороже. Почему? Китайцы в том же AliExpress. Итак, пробуем после заточки. Так. Ага, видите? Так, ну-ка еще разок. Эй, ну-ка. Ну-ка, дальше. Ага. Не режет, видите? Ага. Плоховато. Ну-ка, еще разок. С теми ножами было как-то лучше. Ну-ка. Пробуем. Так, еще разок. Угу. Так, ну-ка. Ну, заточка, я так скажу, не очень, но бумагу режет нож, ну, более-менее нормально. Для кухонных нужд, чтобы там помидор порезать тот же самый, мясо. В общем-то, я думаю, этой заточки будет достаточно. Так, а попробуем вот этот нож заточить. Это хлебный нож. Ну-ка. Надеюсь, я его не затуплю. Ну-ка, самому интересно. Ну,
Так, ну-ка. Ну и теперь тесачок. Ну, как видите, он, ну, нормальный. По остроте, в общем-то, ну, мы и его сейчас прогоним через точило. По-моему, стал хуже еще. А нет. Ну-ка. Ага. Ну. Так. О, надо же.